Мне все еще не верится, что сегодня мы создаем нашу семью. Я безумно счастлив тому, что нас свела вместе судьба. Я все еще помню нашу случайную встречу. Настя в этот зимний вечер была самая яркая и красивая. И в тот момент я понял, что я хочу быть только с ней. Она мой самый близкий друг и мой самый близкий человек. Я хочу с ней строить семью, растить вместе детей и прожить всю жизнь. Она самая искренняя и самая любимая. Я очень сильно ее люблю и хочу сделать ее самой счастливой. Я еще этот самый на сборах. Что такое счастье? Для кого-то это одно, для кого-то другое. Но мне кажется, счастье это то, когда с тобой по жизни идет рядом человек, который тебя любит. И именно любит, потому что влюбленность, она страстная, пылкая, огненная. Ну, как бы ни было жалко, она все-таки со временем немножко так угасает, уходит, и остается любовь. Любовь, которая я желаю, чтобы она с вами была на всю жизнь. Любите друг друга. Что такое любить, я не знаю, но мне кажется, это вот понимать друг друга, жить его жизнью, уступать ему, когда, может быть, иногда даже хочется сказать против и настоять на своем. Вот все это вместе, наверное, есть любовь и большое чувство, которое объяснить невозможно, но подспудно где-то всегда присутствует по отношению друг к другу. Поэтому любим счастье, любите друг друга, уважайте друг друга, будьте счастливы. Есть такая очень красивая легенда. Называется «Красная нить судьбы». Это значит, что люди с самого рождения связаны между собой красной нитью. Неважно, где они находятся, неважно, какие жизненные обстоятельства, эта нить всегда существует, и она никогда не рвется. Я считаю, что наша встреча с Андреем – это действительно судьбоносная встреча. Это встреча, которая изменила мою жизнь, и я верю, что изменила его тоже в лучшую сторону. Вместе мы действительно сила, вместе мы можем преодолеть все на этом свете. Мы действительно сделали долгий путь, чтобы быть рядом, чтобы наслаждаться жизнью, чтобы иметь такого замечательного человека рядом с собой. Я очень ценю в нем его надежность и то, что он остается собой, в любой ситуации он всегда может поддержать, он всегда может настроить тебя, мотивировать. Это я желаю каждому найти такого человека, и мне кажется, такой человек встречается каждому на своем пути. Я очень счастлива, что мы вместе, что сегодня мы
наконец-то станем семьей уже официально. И я очень рада, что он у меня есть. И также я могу сказать, что я никогда не была так готова. И это действительно мое одно из самых лучших решений сказать ему сегодня «да». Теперь я уже верю, что это происходит. Сегодня, 1 июля 2021 года, заключают законный брак. Андрей Заев, рожденный 11 марта 1992 года, и Анастасия Прокопенко, рожденная 16 мая 1993 года. Уважаемый Андрей, если вы желаете зарегистрировать сегодня свой брак и идти дальше вместе с Анастасией, готовы ее поддерживать, делить с ней беды и радости, заботиться о ней, быть ей лучшим другом, то подтвердите это своим словом «да». Да. Уважаемая Анастасия, если вы желаете зарегистрировать сегодня свой брак и идти дальше вместе с Андреем, готовы его поддерживать, делить с ним беды и радости, заботиться, быть ему лучшим другом, то подтвердите это своим словом «да». Да. После заключения брака Анастасия будет носить фамилию супруга Заев. Именем Эстонской Республики я объявляю ваш брак законным. И вас законными супругами, мужем и женой. Настя, желаю тебе стать заботливой хранительницей домашнего очага, лучшей подругой и счастливой мамой. А тебе, Андрей, надежной стеной и крепкой опорой для своей семьи. Будьте здоровы, любите друг друга, уважайте и цените. А все остальное у вас обязательно и так получится. Oh!
но и нам в серьезности их любви. В их большой, светлой, чистой любви, которую они готовы нести очень и очень долго по этой жизни. А я счастлива еще потому, что за 3 дня знакомства с Андреем, а я так тихонечко, Андрюш, за тобой подглядывала, я увидела глаза Андрея, в которых любовь и чувство счастья. Хочу, чтобы ваша история любви и ваша семейная жизнь стала примером для ваших многочисленных детей и внуков. И чтобы вам было что рассказать, и только в самых прекрасных моментах. Чтобы у вас было очень много ярких событий, прекрасных путешествий, классных романтических вечеров, красивых закатов в разных уголках мира. И, конечно же, красивых рассветов и завтраков у морей, океанов. Это все очень украшает нашу жизнь.